В некотором царстве, в некотором государстве жил-был добрый молодец Иванушка. И была у него невеста Машенька. Очень они любили друг друга и хотели свадьбу сыграть. Каждое утро вставал Иванушка с мыслями о своей невесте. И все дела у него спорились. Захотел он дрова порубить, принести ли воду или землю вспахать. Как подумает о своей Машеньке, сразу сил у него прибавляется. А вечером, закончив дела, шел Иванушка в деревню к своей невесте. Шел через поле, через лес, и всю дорогу песню пел, и так до самого дома. Потом он стучался в Машенькино окошко, и Машенька радостно встречала милого друга, и вместе они мечтали о том, как осенью, когда закончится сбор урожая, они свадьбу сыграют. Однажды проснулся Иванушка и первым делом подумал о своей Машеньке. И вдруг на душе у него тревожно стало, а на сердце появилась тяжесть. Захотел он дрова порубить, взялся за топор, а топор из рук выпал. Захотел Иванушка воды принести, опустил ведро в колодец на веревке, веревка оборвалась. Захотел Иванушка землю вспахать, взялся за плуг, плуг из рук выпал. И тут понял Иванушка, что неспроста это, что-то с его невестой случилось. И побежал тогда Иванушка в деревню к своей Машеньке. Прибежал, видит, окна распахнуты, дверь открыта, а Машеньки нет нигде. Опечалился тогда Иванушка, буйну голову повесил. Вдруг слышит, мышка на жалейке играет. Мышка, скажи, что случилось с моей Машенькой, с моей невестой? А мышка ему отвечает: твою невесту Машеньку украл Кощей Бессмертный. И где же мне теперь ее искать, спрашивает Иванушка. Это уж я не знаю, говорит мышка. Ты иди в лес, найди там сороку, спроси у нее, она все знает. Поблагодарил Иванушка мышку и отправился в лес. А где сороку искать не знает? Вдруг видит, зайка на пеньке сидит, на бубне играет. Иванушка по болоту с кочки на кочку перескакивает.
А все мысли его только о Машеньке. А вокруг пушистые мхи, зеленые травы. Еле слышно посвистывает невиданная птица. Видит? Лягушка на кочке сидит, на ложках играет. Беду, добрый молодец, только вот где сороку найти, я не знаю, и где Кощей живет, тоже не знаю. А может быть, про сороку цапля знает? Вон она посреди болота стоит, на свирели играет. Ребята, кто-кто сказал? Погромче, ну-ка! Конечно, это лес! Все-все загадки сороки отгадали. Молодцы какие! И сорока за это Иванушке показала дорогу к избушке бабы-яги. Она сказала ему: ступай прямо,
увидишь темный дремучий лес, в лесу ручей. Тебе нужно перебраться через этот ручей. Увидишь опушку леса, и на этой опушке стоит избушка Бабы-Яги. Поблагодарил Иванушка сороку и отправился в путь-дорогу. Долго ли, коротко ли шел Иванушка по лесу? Уже смеркаться стало, и уже устал совсем. И силы совсем покинули Иванушку. Присел и загрустил. Вдруг слышит, кто-то на гуслях играет. Видит Иванушка, кот сидит, струны перебирает. Здравствуй, кот, как хорошо ты на гуслях играешь. А знаешь, кот, почему я такой грустный? Мою невесту Машеньку украл Кощей Бессмертный, и одна только Баба-Яга знает дорогу к нему. А живет эта Баба-Яга на том берегу ручья. Только вот ручей этот я найти никак не могу. И вздохнул. А кот ему говорит: пойдем, говорит Иван, я тебя до ручья провожу. Только ты на хвост мой смотри, там белое пятнышко, за ним и иди. Долго ли, коротко ли шел Иван по лесу? Уже смеркаться стал, уже глаза слепаются. Только белый кончик в темноте мелькает. И вдруг белое пятнышко совсем исчезло, только в кустах раздалось громкое. Иванушка испугаться не успел, как вдруг видит, перед ним ручей. Посреди ручья бревна навалены, а на бревнах этих бобер сидит, на домре играет. Здравствуй, бобер! Как хорошо ты на домре играешь! А знаешь, бобер, мою невесту Машеньку украл Кощей Бессмертный. Дорогу к нему знает только Баба-Яга. Живет эта Баба-Яга на той стороне ручья. Помоги мне через ручей перебраться. А бобер ему отвечает: поздно же, Ваня. Ты иди на ночлег в берлогу к медведю, а утром я тебя через ручей переведу. А медведь, вон сидит, на баяне играет. Здравствуй, медведь! Хорошо ты на баяне играешь, а можно я у тебя переночую? Мою невесту Машеньку украл Кощей Бессмертный. Дорогу к нему знает Баба-Яга, живет она на той стороне ручья, и утром меня бобер переправит через ручей. Только лег и сразу заснул. Вдруг снится Иванушке сон, что будто соловушка на бересте играет. Здравствуй, здравствуй, Иванушка! Предупредить тебя хочу об опасности. Завтра пойдешь к Бабе-Яге, обязательно по дороге волка встретишь.
Только волк тебя не пропустит. Приготовься выполнить его сложное задание. Для встречи с Бабой-Ягой и волком силы тебе понадобятся. Рано утром встретишь корову и барана. Корова угостит тебя молочком, а баран хлебушком. Как только почувствуешь, что силы прибавились, сразу отправляйся на встречу с волком и Бабой-Ягой. Просвистел и сразу исчез. Проснулся Иван, видит баран. Сидит баран, на гармонии играет. Помоги, говорит Ваня, мне косы наточить. Ну, Ваня помог барану косы наточить, а баран его угостил за это хлебушком. Вдруг видит Иван, корова на трубе играет. Угости, говорит, корова меня молочком. И корова угостила молочком Ивана. От молока и хлеба у Ивана сил прибавилось. Бобер переправил его через ручей. И вдруг Иван оказался у избушки Бабы-Яги. Ребята, а какие слова нужно говорить, чтобы избушка повернулась? Молодцы какие, подсказали Ивану. Только давайте все вместе. Избушка, избушка, повернись к месту задом, а ко мне передом. Развернулась избушка, а на крыльце сидит серый волк, на балалайке играет. Кощей живет. Подожди, говорит Ваня. Сначала приготовься выполнить мое сложное задание. Сыграешь со мной в игру, я пропущу тебя к Бабе-Яге. А если проиграешь, я тебя съем. Подожди, Ваня. Ребята помогут. Поможете, ребята? Тогда повторяйте за мной. Где у вас нос? Вот он. А где потолок? А где пол? Точно. Но только нам нужно с Ваней и с вами волка запутать. Договорились? Когда я буду показывать пол, вы все равно должны показывать на пол, хорошо? А я буду волка обманывать, договорились? Но вы показываете только то, что я говорю, хорошо? Ага. Внимательны будьте. Нос, пол, потолок, нос, пол, потолок, потолок. У кого потолок на полу? Ну-ка поднимайте скорее. Нос. Пол, потолок, 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 а еще быстрее, нос, пол, потолок, нос, пол, потолок, пол, нос. У кого нос на потолке, снимайте скорее, еще быстрее, нос, пол, потолок, нос, пол, потолок, нос, пол, потолок, нос. У кого на стене нос, ну-ка снимайте. Молодцы какие,
Ну что, сыграли и обманули волка. И не успел Иванушка опомниться, как видит. Избушка, а волк и след простыл. Избушка, избушка. Зашел Иванушка на крыльцо, постучался. А в избушке что-то загрохотало. Кто там? Это я, Иванушка. Чего надо? Помоги мне Кощея отыскать. Явился тот нежданно-незванно, повернул избушку, разбудил старушку. Помоги мне Машеньку найти, помоги мне от беды ее спасти. Не стану тебе помогать, уходи по-добру, по-здорову. Ну ты, бабулечка, Егулечка, не серчай, может быть, тебе помощь какая нужна? Да чем ты мне сможешь помочь, если только развеселить сумеешь? А получится у тебя порадовать бабушку, скажу, где Кощея отыскать. Бабулечка, Игулечка, может тебе песню спеть? Петь я и сама могу, а ты вот лучше-ка спляши. Ребята, поможем сплясать Ивану? Тогда повторяйте за мной, а ты, баба-яга, музыку давай! Баба-яга, тебе понравилось? Молодец, Иванушка! На славу ты потешил старушку. И баба-яга похорошела, подобрела и уже не казалась такой страшной. И рассказала баба-яга Ивану, что Кощей спрятал Машеньку в каменной башне под 13 замками. А замки эти музыка открывает. Только нужно, чтобы все инструменты разные играли, иначе замки не откроются. А в 13-м главном замке хранится сама гибель Кощея. Только вот как его открыть, это Иван должен сам решить. Только ему поторопиться нужно до заката солнца, иначе Кощей Машеньку в жены возьмет. И она станет совсем холодная и не сможет ни радоваться, ни смеяться, ни плакать, ни грустить. И отправился Иванушка к башне каменной. Видит, стоит башня под 13 замками. А на самом верху маленькое-маленькое окошечко. А там Машенька платочком ему машет. И обрадовался тогда Иван, что невеста его жива и невредима. И собрал тогда Иван всех своих друзей и зверей с их музыкальными инструментами. Здравствуй, волк, кот, цапля. Спасибо, что пришла. Медведь, баран, заяц. И сказал тогда им Иван: друзья, в этой башне каменной заточена моя невеста. Сейчас, чтобы замки открылись, вы должны сыграть на своих музыкальных инструментах по очереди. И тогда все замки упадут. И первый заиграла мышка.
Ребята, а на чем мышка играла? Вспоминайте, на чем? Конечно, на жилетке! И отворился самый первый замок! А за мышкой заиграл кот! На чем кот заиграл, ребята? На гуслях, конечно! И второй замок упал! А затем заиграл баран. Конечно, на гармонии. И третий замок отворился. А за ним заиграла лягушка. На ложках. И четвертый замок упал. За лягушкой заиграла корова. И еще замок упал. А потом заиграл бобер. Вспоминайте, на чем? На домре, конечно. И еще один замок упал. А за ним заиграла сорока. На трещотке. И следующий замок упал. Ребята, а сколько замков еще осталось, вы считали? Правильно! И потом заиграла цапля. На чем? А как называется? На свирели, конечно. А после цапли заиграл серый волк. На балалайке. И еще замок упал. А после волка заиграл заяц. Конечно, на бубне. И десятый замок упал. А за зайцем заиграл соловушка. На чем соловушка играл, ребята? На бересте, молодцы какие! И одиннадцатый замок упал. И остался у нас медведь. На баяне, конечно. И двенадцатый замок упал. И обрадовались все звери. Только вот Иванушка сам не свой. Не знает, как тринадцатый замок открыть. Правильно, и Машенька ему тоже подсказала, потому что она из окошка выкинула платочек свой, порезанный на 12 полосочек и связанных между собой узелочками. А это значит, какие вы молодцы, ребята, что отгадали. Действительно, нужно всем вместе, чтобы сыграл весь оркестр, правда? Ну что, сыграем? Thank you.
А с ним пришла и гибель Кощея. Вышла тогда из башенки Машенька, поблагодарила Иванушку и всех его друзей-зверей, и они отправились в родные края. А осенью, когда закончился сбор урожая, они свадьбу сыграли. И свадьба эта была такой веселой, что звуки музыки разносились по всему лесу. Понравилось играть всем вместе, что они стали собираться каждый вечер в лесу и музыку играть, а лес их назвали музыкальным. Ну что ж, встречайте, музыкальный лес! Академический оркестр народных инструментов «Русские узоры». Художественный руководитель, народный артист России Владимир Зазуля. А наш замечательный дирижер Олег Тарасов.